Итак, дорогие друзья, мы готовы начать одну из главных частей нашего чемпионата и любимого Логвине. Это финал по сборке классического кубика Рубика 3 на 3 на 3. Но прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы вы поаплодировали все сами себе, потому что благодаря вам. Все это давай можно провести чемпионат без больших задержек и с достаточно большим качеством. Поэтому я очень рад, говорю вам огромнейшее спасибо. Ну а прежде чем начать финал, расскажу про порядок. Собирать мы будем пары. Сначала 12-я позиция, потом 10-я, 9-я, 8-я, 7-я и так далее. Тот, кто прошел полуфинал, главный. Тот, кто прошел финал, не садится, садится слева и начинает сбор гимена. Тот, кто не сидит, садится. Собирает мы парные попытки каждый, и как только все, какой-то пара собирала все 5 попыток, и уходит. Все финалисты будут ожидать свою сборку. Все финалисты будут ожидать своих сборов, как менее кофе и шоколад, которые находятся вот здесь. Спасибо большое, что разрешили участникам ожидать своих попытки именно там. Хочу представить официальных лиц нашего финала. Первых судей. Полина Гарсман, аплодисменты. Арина Попова. А также скрамблер финала Андрей Разживин. Представлю наших сегодняшних финалистов. Итак, 12-е промежуточное место. Григорий Кириченко. Попрошу всех финалистов выйти вперед, чтобы вас могли поприветствовать. Смотрите. 11-е промежуточное место. Андрей Мишин. 10-е промежуточное место. Ислам Китиев. 9-е промежуточное место. Сергей Польверц. 8-е промежуточное место. Артем Андреасов. 7-е промежуточное место. Евгений Габанов. 6-е промежуточное место. Дмитрий Обухов. 5-е промежуточное место. Руслан Гадин. 4-е промежуточное место. Данила Рябинин. 3-е промежуточное место. Арал Аскаров. 2-е промежуточное место. Артем Колмыков. Ну и промежуточный лидер этого финала. Ваш покорный слуга, делегат ИЦА Николай Масон. Обязанности делегата во время этого финала, так как я собираю и буду ждать своих попыток, там будет великолепная Мария Жиц, организатор чемпионата самого клуба 2016. Итак, соответственно, 12-е 11-е место, прошу остаться. Григорий, садись слева. И Андрей, садись справа. Ну что, дорогие друзья, настал тот самый момент. Финал 3 на 3 классической дисциплины. Кабина, я попрошу отнести выбор Андрею Зону Скрамблера, чтобы Андрей совершал попытки. Зона Скрамблера у нас находится за спонсорским баннером кондитерской яблока. Кстати, такой удивительный момент, совпадение это или нет, но судьи и скрамблер все из мест. Как так вышло? Я постараюсь не надоедать не вам, участникам, своими комментариями. Просто главное будет поддерживать участников после того, как они завершают свои попытки. Хорошо? Все, начинаем Григорий.
И то, что Саратов действительно у нас достаточно уже серьезный такой регион с питкувером, тем самым мы уже привлекаемся к следующим паре финалистов. Сейчас я тоже назову их имена. Это Ислам Кетиев и Сергей Мордовец.
Так, ну что, приближаемся потихонечку к экватору. Третья финальная пара. Это Евгений Габанов и Артем Аврясов. Спасибо.
Наш гость из города Аксюбе Руслан Калин. Аксюбе – это Казахстан. Поэтому ребята к нам уже не первый раз приезжают, чтобы участвовать в наших чемпионатах. У них, кстати, тоже бывают чемпионаты и очень крутые. Ну что?
бегал только чемпионата. Но перед тем, как я приглашусь на Николая Васова, промежуточного лидера из города Москва, я приглашу сюда нашу, одного из самых сильных саратовских выборов. Собственно, у нас подтверждает на этом чемпионате. Это Артем Калмыков. Артем у нас, да, он, собственно, из Саратова. И 11 тебя, Артем. Вот, я уже один. А Николай Пасов на 22. Два раза больше. Так что опыт. И, то есть, давайте помашем Константина Соловьева. Я думаю, что какие-то комментарии здесь будут излишне, потому что напряжение нравится.